Здравствуйте, мои дорогие. Девчонки, представляете, сегодня нашла видео, но оно у меня как-то без начала. Это когда я Татьяна Валерьевна уезжала, уже неделя прошла. Я про него забыла. Вот. Поэтому вот, уж извините, бывает и так. Это когда-то я делала декупаж на банке. Ой, я туда даже сейчас залезу. Тоже на бутылках делала. Уж я даже не знаю, сколько им лет. Тем бутылкам. Ой-ой-ой. Вот это вот тоже из дерева. Маленькая такая она. Коробочка, шкатулочка. Тоже когда-то Татьяне Валерьевне делала. Вот видите, кружево, ножнички, булавочки, пуговки. Господи, а. А и вот тоже. Увидела на окне. Тоже я вот этот ящичек делала. Вот такая салфеточка, как будто ну, вязаное что-то. Ну, это еще. Это мы еще в Севастополе жили. Это уж, господи, года 3,5 назад, наверное. Вот, а вот посмотрите, Татьяна Валерьевна шьет. Вот жилетка такая, да, все с кармашками, все как надо, все ровненько. Я умею шить, но не так, чтобы так вот все вот, ой, прям умничка. Смотрите, коробки обшитые тканью. Это все тканюшечка. А вот мусорочка какая. Смотрите, ой, какие коты шикарные. Она мне тоже такую делала. В подарок. Я очень ей пользуюсь. Чего, да, вот это вот. Короче говоря, утюг туда кладешь и вешаешь, если нужно. А потом снял, разложил и на нем погладил. Замечательно. Ой, ну коты меня прям поразили в самое сердце. Обалденные какие коты. Это просто стеганая, ну, тоже из лоскутиков покрывало все. Простеганное, все как надо. Вручную все простегано. Валерина, да, молодец. Ой, ну что, жду Валерика. Приедет, поможет переехать мне. Сын тревожить не стала. У него и так дел хватает. Вот. Сейчас приедет, будем переезжать. Так, вроде все собрала. Идиот. Да ладно. Привет. Привет. Ну как жить? Ну как? Ты снимаешь? Ну вот, я у Иры. Вот у нее своя личная елка. Ну что, мои золотые, сегодня у нас розыгрыш. Я за всех переживаю, всем желаю выиграть. Но так не бывает, поэтому поздравим того человека, который выиграет. В
Всем удачи! И победитель у нас Аленка РВА. Правда, я первый раз вообще эту девушку вижу. Но вот уже повезло. Поздравляю. А всем остальным, девчонки, я сейчас в Крым перееду, буду почаще делать розыгрыши. Пока-пока, мои хорошие.